Алексей Русских провел уже традиционный строительный час с министрами областного правительства и представителями строительно-монтажных организаций. Обсудили этапы выполненных работ по объектам соцсферы и культуры. Повестку начали с обсуждения капитального строительства крытого футбольного манежа. В планах, значит, у нас АБК закончить гипографику в октябре 2021 года, колонны ноябрь 2021 года. Значит, и приступить к монтажу, выполнить порядка 40% металлоконструкции. Это перекрытие фирм. Они у нас уникальные. На момент, значит, сдачи объекта будут самые большие большепролетные фермы на территории Ульяновской области. Далее обсудили проект строительства крупной школы в городе Димитровграде. Учебное учреждение строят на более чем 1000 учащихся. На сегодняшний день подготовлена строительная площадка, вырыт котлован, вбивают сваи под административно-хозяйственный блок. Из объектов культуры сегодня в Ульяновске реставрируют и капитально ремонтируют театр юного зрителя. Весной текущего года, когда начались строительные работы, культурная общественность была возмущена внедрением новодела в здание советской эпохи. Однако это не явилось помехой для продолжения реставрации. Вопрос имел такое резонансное звучание. Мы совместно с Минстроем, администрацией железнодорожного района города Ульяновска, выстроили работу с жителями этого микрорайона. Последняя встреча у нас состоялась 17 июня. По 100% показателям на сегодняшний день в ТЮЗе выполнено ограждение территории, демонтаж здания, отключение от существующих коммуникаций, разработка котлована. Окончание ремонта запланировано на 2023 год. Антон Никонов, Даниил Сурков, Улправда ТВ.